Художественное слово, вокал, хореография, театрально-цирковое искусство, декоративно-прикладное и художественное творчество, медиа и шахматы. Фестиваль «Веснушка» вот уже 30 лет объединяет самых талантливых детей и подростков муниципалитета, победителей 9 жанровых конкурсов. В этот юбилейный год в нем приняли участие почти 3000 юных дарований. Я сейчас удивилась и порадовалась, насколько профессиональные работы. Насколько они интереснее. Значит, я так, у меня мысль промелькнула, что дети талантливые, дети умнее. Что это? Педагоги более профессиональными стали. Вот за 30 лет. Воспитанники 35 образовательных организаций и творческих студий со всего Ленинского городского округа продемонстрировали перед строгим жюри свои таланты. В итоге в финал удалось выйти более 1000 мальчишек и девчонок. 150 из них завоевали гран-при. С художественными и декоративно-прикладными работами победителей можно было ознакомиться в холле кинотеатра «Искра». Среди учеников из-за студии «Живопись» Центра детского творчества «Импульс» высшую награду получили 3 человека. Советовался с преподавателем. Вот, это он, мой наставник. Вот, прекрасный человек Анатолий Владимирович. Вот, и не прогадал. Прежде всего, педагог – это друг. А не начальник, не прокурор, а адвокат. Поэтому мы как друзья в студии. И мы говорим на любые темы. Конечно, искусство связано прежде всего с жизнью. Поэтому, прежде всего, искусство отражает внутреннее мироощущение окружающего мира. Воспитанник из-за студии «Живопись» Георгий Постников получил гран-при за мастерски выполненный портрет маршала Жукова. Самые тяжелые были медали. На них ушло очень много времени и нервов. Ну, месяца 3, наверное, ушло только на медали. 3 месяца проработка лица, рук и всего остального. А обладательница гран-при за работу «Дорога в закат» Вероника Карпова рассказала, каким в ее понимании должен быть настоящий художник. Настоящий художник должен уметь подавать свою идею. То есть не брать у кого-то, а именно подавать свое что-то. Должен это раскрыть и как-то показать то, что обычные люди не видят. Потому что есть некоторые вещи, которые обычно не замечаются. Но на самом деле они очень красивые. По традиции, в большом концерте фестиваля «Веснушка» приняли участие обладатели гран-при и лауреаты первой и второй степеней. Стихи, песни, танцы, акробатика, театральные миниатюры. Ребята выкладывались на сцене на все 100%. Ну а зал встречал победителей этого года бурными овациями. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».